Всем привет, играем в Пазмофобию, а это у нас специальная сложность ради еще одного челленджа. Это челлендж без укрытий. Это профессионал, модифицированный, Лиза Хилл, сфоткай среди нашего благовония. Модифицированный профессионал, в котором у нас не будет ни одного укрытия, в котором мы сможем спрятаться. Я, честно говоря, не знаю, как это реализовано, потому что ни разу не играла без укрытий. Но я так подозреваю, что у нас нет ни вот этих вот укрытий, ни шкафчиков, да, и вообще ничего нет. Именно это влияет на модификатор. Но я пробегусь еще все проверю. Я пробегусь все проверю. Я как неверующий фа... Это что? Гараж? Так, что упало, что упало? Что упало, что упало? Нет, просто прибежал сюда. В принципе, тут для снега не так уж и холодно. Что-то упало. О, кость. Кость вижу. Доска. Просто прилетел. А, вот. Ой! Да ты чё, слушай, а вот это, кстати, немножечко полтергейст. Прям совсем чуть-чуть. Слишком сильно разлетелись, и как будто они обе одновременно полетели, эти фотокарточки. Пу-пу-пу. Ну, может быть, и полтер. Давно, кстати, его не было. Телек включил, свет включил. Все включил. Так, ну так как включил свет, это у нас не Мара. А, мы же с уликами играем. Ну, я так. В старинке. По старинке начинаю все вычеркивать. Ничего страшного. Возможно, у нас не будет всех улик, и именно это нам в конечном итоге поможет определить призрака. Только, кстати, пока не надо, мы ее будем. Давай. Давай пока так. Мы по соли будем смотреть отпечатки. Поэтому давайте пока без соли. Арба. Чек. Это не полтер. Ты молодой. Ты злишься. Дай мне знак. Ой, по-моему, поползло вниз. По-моему, минусовая. Да. Так. Так сильно киданул. А чё? Чё кинул, я не вижу. А, кружку вот эту. Блин, если это ревенант, будет опасненько. Если честно. Все это осуществлять. Укрытия-то у нас нет. Где мы будем прятаться? За унитазом? 50%. Угу. Ну, опасно. Опасно. Опять свет включил? Настырный-то какой. Ты молодой? Ты злишься? Как-то он... Странно, минусовая в соседней комнате, а весь движ происходит в гостиной. Немножко. Range.
Ну ничего, нам сейчас хорошо бы... Не скоростного какого-нибудь, да, пацана получить? Только ради того, чтобы выжить с ним. Так, а чё кинули? Это кинули, а чё кинули, непонятно. А здесь, кстати же, есть чпоник. Я выбрала Риджью совершенно случайно. Но здесь-то есть... Холодильник. Здесь же есть холодильник. Нам надо сфоткать еще призрака. Пятьдесят восемь. Приближаемся к опасной отметке. Довольно-таки опасной. Я надеюсь, он там не потоптался по моей соличке, пока я была в отъезде. Не потоптался. Да, слушай. Призрак наш, походу, переехал. Что за дверь открылась? Не пойми где. Да, арба здесь теперь. Потухло все, да? Так, я кость пункнула. Сейчас, конечно, надо очень осторожно все это делать. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, не успела. А это считается взаимодействием? Ребята! Это же Юрей! Это же Юрей! Укрытия нет, а холодильник есть. Такое бывает. Спасибо, дорогая. Спасибо. Так, что нам теперь с тобой надо сделать? Учитывая, что ты для нас опасности не представляешь, я буду ждать тебя здесь, позади Соли. Очень красиво было. Лазерку мы не увидели, но ничего страшного. Одну дверь, кстати, до щелчка закрывает только Юрей. Вне гост-ивента, вне охоты. Поэтому тут даже никаких сомнений не может быть. Если гостухи не было рядом, а мы видели, мы были здесь, а дверь закрылась, то все. Это не он. А это бабка, кстати. Лиза Хилл. Ну чё? Лизок, выходи. У нас доска там, да? Тихо-тихо-тихо-тихо. Сюда иди. Сюда-сюда-сюда. Сюда иди. Молодец.
Так. Ну что? Теперь у нас есть соль. А где я фотик? Фотик, фотик, где фотик оставила? Вот он. У нас есть потоптанная соль, но не потоптанная честь. Мы фоткаем раз, и два, и три, четыре. Это все, что нам нужно. Среднего рассудка мы не достигли. Давайте спросим у доски. Как дела? Бабка лично пришла рассказать, как дела. Сколько тебе лет? Двадцать один. Такая молодая бабка. Сколько здесь людей? Есть. До свидания. По-моему, она опять показала 21. Когда я молодая, молодая бабка, что вы удивляетесь? Слушайте, ну, ради того, чтобы мне попался Юрей, стоило играть в эту катку. Ну, технически она не была без укрытий, потому что в Ridgeview есть одно главное укрытие всех, кто часто играет, и это холодильник. Вот, но по факту... Короче, в общем, сами разберетесь, был ли это челлендж. В любом случае, это идеальное расследование. Да, коэффициент тут небольшой, поэтому денег дали немного. Но, опять-таки, за радость увидеть Юрея я готова отдать Фазме эти недостающие гроши. Спасибо всем за просмотр, увидимся в новых сериях. Всем пока-пока.